Мечты сбываются, а радость быстро сходит, и мы чего-то нового хотим. А то, что было лишь недавно в моде, сегодня мы на это не глядим. Жизнь быстротечна, люди ищут счастье. Все гонятся и просто не поймут, что если нету Божьего участия, они его и вовсе не найдут. А счастье — это очень-очень просто. Гулять свободно, воздухом дышать, считать ворон и в небе видеть звезды, любить друзей и ближним помогать, молиться Богу искренне, сердечно, ходить за хлебом в ближний магазин, иметь работу, иногда беспечно вести себя и знать, что не один. А если тебе кто-то очень ценит, то этим бесконечно дорожить. И если даже друг тебе изменит, то продолжать его любить и жить. Благодарить за все, что ты имеешь, уметь прощать и верить в чудеса. Пожнешь ведь только то, что ты посеешь. За этим наблюдают небеса. Но самое большое в мире счастье — уйти без боли Господу Христу, спокойно подчиниться Его власти, принять Его любовь и простоту. Аминь.